Это же... Ребята, что ты писали? Команда же приехала. Честно, не был там, не знаю, но должна работать. А кто там команда? В этот раз поехали сюда. Не надо один забить, съездить. Да. Ну, потом я уже жену решил. И потом найдем там цикл. Ну, что-то там генератор ломался, что-то, блядь. В этот раз у меня приехал армейский друг, поехали на паузу кусу. Там и наверху, парень утонул, блядь. Дурачись, блядь. Или ударился головой, или его кто-то ударил там. Еще двое, блядь. Дурачится, напивает. У него кровь подавится, у него там просто кровь бежит. Его, видимо, куда-то долбанули. Так они там их предупреждали, Нет, в горах там. Вот. Предупреждали. Видите, там надо серьезно охранить, чтобы вызвали, если не понимают, вызвали. Там напиваются, да, и там он с друзьями приехал, они как подбили, разбежались все, блядь, короче, когда поняли, что он утонул. Трогает там, вот, короче, его там трогает. Саварита сделаю там. А масло сделаю. Ну, там ничего такого. И этот двигатель никто браться не сможет. Потому что он разной тройки. Проблема. 2-4 миллиона. Новый двигатель 2 миллиона стоит. Прям сюда. В Пакистане, что ли, я сюда не поставил. С этим мастером говорил, он говорит, я сделать ее могу, но возможно она будет потом греться, потому что алюминиевый блок его ведет. Машина одноразовая, получается, коробка одноразовая, и двигатель тоже. Алюминиевый блок его начинает вести. 200 чем. Ну меняй. Один вагончик, а так с
бизнесе все будет. Надо, как, сейчас договариваться надо где-то, блин, с экономикой или как-то не надо. Сейчас займем 5. Алена, быстрей! А сам такой, что он пишет? Вера, и да, и за забор туда этот. Лазите туда, пожалуйста. Смотрите, а это, Саша, вы это, если что, песок положите. Андрей Дмитриевич! За разговоры! За разговоры! Как может быть не игры у тебя там? Как если она отыгрывала? Я вообще в шоке! Девятый не игры! Если девятый, то Давид до мяча и схватку пересек линию. Схватку перетолкали, девятый первый вышел. Он играет! Ну не может быть не игры! Он позвал ее. Еще время не вышло. Ну, останавливали, нет, Андрей? А? До этого останавливали? Конечно, вместе с перерывом. Давай, Настя, ваш мяч! Настя, остановка! Глубже, глубина! Алена, глубже! Good job!
Что там было? Витя, ты стоишь, я не вижу. Рек, рек, рек.